Сын, тебя ищет ФСБ. У тебя есть 5 секунд, чтобы спрятаться. 4, 3, 2. А я не успел, Дэн. Пока! Прикольно он летает. Виль, у тебя есть 5 секунд, исчезни. 5, 4, 3, 2, 1. Дэнчик. Раз, два, три, четыре. Как дела? Виль, исчезни. Раз, два, три. Меня видно? Не спрятался, ты слетел жирный. Дэн, ну у тебя 5 секунд, чтобы спрятаться. 5. 4, 1. О, нихера спрятался. Братан, зато ФСБ все ушло. Исчезни, у тебя есть 5 секунд. 4. Ты не успел. Что происходит? Помогите. Мне говорили, что у меня большой нос. Я говорю, а ты жопой нюхаешь, все ты. Не, ну я понимаю, что такое уродство. Уродство — это вот большой рот, а большой нос — что такое вот. Мандарин вкусный? А прикинь, если лимон с луком намного вкуснее. Правда вкуснее мандарин? Это шедевр! Раэль, прикинь, чай — это яд. Квартирная пизды. Блад, а прикинь, если ее нужно было бы взбалтывать перед тем, как выпить. А прикинь, если вода только холодная может быть. А, теплая. Как дела? А прикинь, если нас считают не веселыми пацанами, а дебилами. Да не, бред какой-то. Нельзя все время жить в прошлом. Голос за то, чтобы отменить праздники. Точно. Помахать тебе, Дэн. Ты что случилось? Я ему говорил не нюхать эту тряпку. В смысле, он просто понюхал и... Дай торнадо сделал. Четко ебать. Ребята, не подскажете, как пройти на улицу Ленинградскую? Короче, идешь прямо, да? Потом направо, потом свернешь, развернешься в эту сторону, короче. Потом на Московское шоссе. Ладно, спасибо, ребят. Да, четко. Удачи. Братан, ты уверен, что ему правильную дорогу указал? Я этот город знаю, свои 5 пальцев. Ты чё, пидор? Мой братан пидор, 24 на 7.
Да что вам надо, мужики? Примите курсач, пожалуйста. Со следующего семестра все срок сдавать будем. Честно. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Смотри, платок кидаешь, он падает. Это чупа-чуп упал на ковёры. Ой, я так соскользнул, как будто... Посидел, блядь. У меня ухо порвалось, по-моему. У тебя что-то здесь, блядь.